пока еще не наступает, но все равно лучше подписаться на Boosty, Телегу и прочие соцсетки на всякий случай. А также автор не поддерживает ничего нехорошего и нелегального, и поддерживает только хорошее и легальное. Экстремально иску, символику и лозунги также полностью осуждаем. Автор видео клоун, и вообще тут только исключительно юмор. Пук! И опять эти сиськи, и опять эти бабы, и опять эти лапурятские. Всем хеллоу, с вами Санчоус, и все просто ужасно, у меня появился второй аниме-донатер. Причем и с заказами такими, ну просто ебнешься. Полный контроль Тихого океана за аниме Новую Зеландию. Да проще себе просто эсминец класса сторожевой засунуть прямо в зад... Даже не за Австралию, за Австралазию их тут объединили. Место, где буквально никогда нихуя не происходит. Я даже не помню, когда я последний раз на этот квадрат карты смотрел. Только в японском ТНО я что-то там делал. В остальном, за все годы существования канала абсолютный пах... Сидят у себя в петушином уголке, мира подчивают дивизии, отправляют куда не надо, когда я прорываюсь куда надо. А теперь мне даже не за нее, а за огрызок от нее Тихий океан контролировать. М-м-м. С населением в 1,5 миллиона ебучих новозеландцев. Это с Фиджей. Но в этот раз мне хотя бы не обязательно со всем глобусом сраться. С Антантой будем дружить, и то хлеб. Ну а перед этим анал сосал Азию, надо разъебнить социалистической революцией. Кстати, если ты хочешь купить DLC Готен Домирун к Хойке, которая по сути является единственным по-настоящему достойным дополнением за всю историю игры, а гад Steam все так же не принимает твои российские шекели, с помощью сервиса KupiCode ты можешь осуществить это буквально за пару минут. Еще и с самой низкой комиссией среди подобных сайтов и моим специальным промокодиком Румина, еще снижающим комиссию на 2% на пополнение и на 5% при покупке гифтом. Без каких-либо подводных. Все абсолютно безопасно и прозрачно, а даже если возникнут какие-то проблемы, 24/7 работающая техподдержка поможет их решить. А до 4 декабря можно совершать такие еще более выгодные покупки, пока в Steam идет осенняя распродажа. Даже за Хойку с DLC не надо почку продавать. Вау! И KupiCode, следовательно, копирует все скидончики прямо оттуда. В том числе и на игры, которые в России купить нельзя, в разделе «Недоступные в РФ». Короче, присоединяйся и по-лютому закупайся, как это уже сделали 10 миллионов челиксов. А ссылочка на KupiCode и на KupiCode-овские соцсети в описании и в закрепленном комментарии. О господи, это озвучка... Hi, mate! How are ya? Australian English experience. Атмосферненько. Да хуйни еще достаточно долго ждать, это даже хорошо, мне пока есть чем заняться. Своей австралийской недопромышленностью поулучшаем еще более недопромышленность Новой Зеландии. Охуеть, до выборов 1,5 года. Это будет пи***ц как скучно, но если я не подготовлюсь, мне будет пи***ц. Я биокарлик, я сижу, я терплю. Не впервой все-таки уже. Вообще им тут обновление сделали, но не вижу ничего суперского-пуперского. А, да мы прямо сейчас можем отделиться. Ну не, тогда неинтересней будет. Да и насосаться с австралийской письки не успею. Да и по-хорошему, Азию надо себе забирать всю, а не расходиться по договорничку. А Австралия тут объединена с Новой Зеландией, да потому... потому что надо, вас не должно. Тут еще и свои нацики есть, белая армия, и ворон тоже белый. Был бы черный, было бы странно. Да и неважно, все равно и всех коммунисты расстреляют, когда к власти придут, а потом и мы коммунистов. Не отвлекаемся на всякое неважное и продолжаем люто инвестировать в Новую Зеландию. Да опять неправильно, не АВУ, а УВУ! Ох ты, блядь, ну и вот причем тут гигантские сиськи в 5 раз больше голове и стабилизация социалистической партии? Где логика? Неуместно! Да и как вообще ивенты считаются такими веселыми картинками? Да и как бы мне за них канал не заблочили, да? Нихуя себе, что я могу. Нихуя себе. Это даже покруче сиськи 1488 размера. Будем делать. А, доминация Новой Зеландии в Тихом океане через тяжелые дирижабли. Звучит охуенно. Ура, социалистов избрали, нам даже не пришлось 37-го ждать. Пора разъебанить эту сучку. Белая армия, понятное дело, недовольна приходу красных, но вообще мне другие недовольные нужны. Я уже подумал, что обосрался в очередной раз. А нет, все-таки революция, к сожалению, разгорается. Туда их всех. Иху, моя армия в 6000 долбоебов. Вот с этого и начнем захват Тихого океана. White! Oh my god! I can believe it! Enemy girls! With so big ass! Holy cow! Мы английские лоялисты, мы не с Англией, ну... Походу придется пока самим. Ой, пожалуйста, пусть мы в дальнейшем все-таки будем с ними дружить. У меня же опять шизы будут, а шизы ни с кем не дружат, кроме своей шизы. Ой, тут нации есть. Еще и с миской риса социальным кредитом. Какие-то военизированные национальные правые анхапы.
К сожалению, я тут не вижу нигде фокуса на что-то типа завести миллиона так 4 афроафриканских и других иностранных специалистов, чтобы сразу же их мобилизовать, поэтому пока займемся просто экономикой. Из того, что есть, будем армию карателей австралийских коммунистов готовить. Исключительно сами будем родные острова возвращать. 19 кораблей, ебать, нормально. Для Новой Зеландии, в общем-то, вообще неплохо. Новая Зеландия. Нет! Нет! Ну нет, блядь! Не дирижабли не достались! Все, я расстроен. Никогда больше не буду прикасаться к авиации, как не прикоснусь к женщине. Из принципа. В смысле, это мне они войну объявили, когда я не в Антанте. Неприятная ситуация. А давайте-ка обратно в Антанту. Я немного не на это рассчитывал. Блять. Нихуя себе как щедро. 300 винтовок. Вот и вся поддержка от всей Антанты, сука. Мелкосичная чувыдла Эдвард VIII просто завидует новозеландской вот этой вот мощи. Ну да, тут климат поприятнее, солнышко ярче светит, на фотосинтезе все быстрее растет. Но, к сожалению, это единственная мощь, которая у нас имеется. О, какое интересное предложение. То есть мне никто нихуя не поможет, пока я не сделаю 100-тысячную армию. Что звучит-то немного, но для Новой Зеландии просто дохуя. Это свит же у нас было 1,5 миллиона, а так даже 1,5 миллиона нет. Короче, прямым путем идем в тотальную мобилизацию маори. По-другому не выжить. Чё ж мне так везет? То Исландия, то это хи... Ещё и с аниме. Блин, лучше ты изображение переверну, потому что, ну, похоже, я вижу там сосок. А, что? У меня какие-то забастовки были. Я думал, мы там всех быстренько перестреляем, а нет, мы теперь тоже коммунисты. Водила. Но это пока не конец. Вроде это пока не конец, я на это надеюсь. Вроде бы все все-таки как надо, но я надеюсь, мне это сейчас нахер не перерезало союз с Антантой. То ли проебался, то ли нет. Вот черт его знает с этими миллионами путей даже у Новой Зеландии. Все делаю социалистические реформы, чтобы заебать ими народ, а они, сука, хавают. Походу, все-таки проебался. Я уже конкретно большевиков к власти веду, чтобы не начали конфискацию земель, от чего вспыхнет у местных туземцев маори. Оказывается, таки наоборот, революции не надо было. Ага, на воды в ролик налил. Я так до конца и не понял, кто у этих Ивих, Иви, Майори, Йори такие земли забирает. Ну и классненько, так даже, наверное, попроще все-таки. Может быть, даже про меня реально вспомнят и когда-нибудь помогут. А, это капиталисты. Наоборот, у местных землю отжимают. Что с помощью казачьих бригад? Нормально их так занесло на оборону границ империи, только другой. Что-то мне подсказывает, что скорее всего это таки ляп перевода. Сраные богачи-расисты со сраными казаками не дают спокойно пожить местному населению. Срочно надо вооружаться. Они его как раз таки уже накапливают, ну и пусть накапливают. Проблемы не, маори шерифа не волнуют. Они уже массовую резню у колонистов устраивают, пока казаки ускакали, не знаю, куда-нибудь на Дон. Нет, не ускакали, их тоже перепачили бешеные маори. И 1,5 миллиона человек населения нет, но маори прячут правительственных казаков, которые прячут красных. Слишком много движет до такой козявочки. Вторая битва была первая, а, ну, понятно, давно. Северный остров освободили, теперь осталось только южный, тем более там нет практически нихуя. Колонисты сосать! Теперь маори управляют этим местом! О, господи, это еще и Goth Girl. Маори Goth Girl, где я нахуй? Что я тут забыл? Сука. Пиздец, Маори Goth Girl. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. К этому я точно не был готов. Кстати, мы опять в войне с Австралией без помощи Антанты. Классненько. Маори Goth Girl. У меня слов нет. А не, войну все-таки закончили. Ну, тоже неплохо. Но ненадолго, потому что теперь мы пойдем на захват Новой Швабии. Ну, как сказать? Ну, побед... Ну, наверное, это можно назвать победой. Ой, только открываю, тут опять Маори Goth Girl. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно мне просто сразу 1,2 миллиона маорцев дать? Нет, только 6,5 тысяч. Ну, ясно. А из хороших новостей можно сесть за стол переговоров с Англией. А это... Давайте сядем. Представьте, это император Эдвард III, Маори Goth... Ну, блять... На моем лице. В отличие от каких-нибудь аляскинских аборигенов, эти ребята вообще добрячки, даже не вырежут какой-нибудь этнос полностью. В империи ретро всем место есть. Ой, доехал, блять. Ой, да чучухал, блять. Чучундрон, Маорик. Офигеть, какие все-таки добрые ребята, даже флаг британских колонизаторов себе на флаг вешают. Маори Goth Girl любит всех, и все любят Маори Goth Girl. Ой, охуительные истории прошли про Иви, про Киви, про Киев, про Кивататангу. Не, простите, у меня уже на Маори Goth Girl мозг это перестал работать. Удивительно, что в таком положнике часть белых недовольна и партизанит. То им вообще для счастья тогда надо. Маори Goth Girl лично всех найдет и пяткой раздавит и... Простите, ребят, меня реально что-то переклинило. Хотя я был бы рад.
Развернем все-таки маорийские отряды смерти. Че, только один. И вот на этом держится весь новозеландский режим. Ну, кроме Бубиса. Давайте-ка побольше все-таки этих мобилизируем. А то с такой сморчковой армией мечты о пантихоокеанском триумфе осуществишь. Ага, оттуда аниме артов мы решили уже не вставлять, да? Ну, конечно, это же не стабилизация социалистической партии. Хотя мощные ситки тут присутствуют. С тотальной мобилизацией диких маори у меня все-таки получается в соточную армию выйти. Значит, пора начинать год Girl доминировать над всеми морскими просторами. Первая жертва на новой Швабии, готовь п***ку. У них буквально ничего нет, но это единственный противник, который слабее меня. Начинать надо с малого. Гойда! Блять, так здесь даже порта нет, я дивизии тупо не верну. Сука, какой я дурак. Ладно, из новой Швабии. Говняй, тогда будем захватывать, пока их епошка не захватила. Господи, какая говёная здесь музыка на суперивентах. Фу, блядь. Ой, теперь еще больше уже нормальных эскадронов смерти маори подвалило. Армия теперь 130 тысяч, даже 135, 136, вау! Новозеландский карликовый гигант пробудился, его теперь ничто не остановит. Бомбочкой! Жабкой по островам попрыгаем, подскакнем кабанчиком, думаю, проблем не будет. Ой, да иди на... Почему вы от меня обороняетесь, а не от Японской империи? Ты, сука, в своем уме? У меня кораблей больше, чем у тебя... О, да иди ты в пизду, блин. Да как это работает, нахуй? Ему 30 лет, пиндюрень. Да ебал я рот эту хуйку, блядь. Тут флота ни одного корабля нет, блядь. Вы, сейчас и последние. Шведы, идите нахуй, нахуй, шведы, блядь. Ну это бред, как. Ну это натурально шиза, там ни одного корабля ебатского нет. Да идите в пизду. Своими ебаными ударными соединениями вы расстроили госгерл маме. И меня тоже. Что? А, их япошки через день капитулировали. Классно. Одно завоевание лучше другого просто. Сука, мне эти корабли были нужны. Я звоню в Лондон. Все. Да вы скоты, ебать. Ой, да зачем нам парламента с таким лидером? Вот тут я поддерживаю абсолютную диктаторскую власть. Если такое в Антанту не пустят, то ну я их совсем перестану понимать. А, офигеть, так мы по одному решению, кроме этого, можем к Японии или к Интернационалу присосаться. Ну, одни слишком чмошные и слишком далеко, а другие твари мне не дали Гавайи захватить. Захватить. Равная достойная империя среди других равных достойных империй. Да я бы даже сказал, что еще достойнее. Вот теперь, когда нам, если что, таку прикроют, можно и сильно повыпаться. Еще немного изолированы, но сейчас позахватываем рынки, и с этим будет попроще. Сначала дадим Австралии, но она нам, к сожалению, уже не национальна. Надо острова Тихоокеанские забирать. Но там все до последней точки уже наше. Это бы беличками мы ее в родную гавань возвращали, а так придется не проще. О май ф***ин гад, сас! Хороший вопрос. Спевать ли мне Маори Госгёрл или нет? Да чего я выбираю? Конечно, спевать. Кроме кенгурятников у нас два противника. Ермашка и Япошка. И союзника два. Чернослив и Курага. Ну и Антанта, если не будет тупить. Хотя для полной доминации не помешало бы еще Калифорнияк захватить. А то хули они Тихоокеанские штаты. Ну и Чили надрили, но они максимально чмошные, так что с ними вообще проблем не будет. Первые, естественно, австриляки, потому что до них пехать недалеко. И я очень надеюсь, что Антанта не будет тупить и как минимум сразу кораблики подтащит. Мы и так уже два раза обосрались. Ну, Бог, конечно, любит троицу, но надеюсь, все-таки больше он любит Маори Госгёрл. Да и немцы с японцами уж лучше сначала друг друга на Тихом океане похуярят, а мы уже подготовленные на все готовенькое придем. О, вторая мировая началась, значит скоро с япошками махач будет. Да заткнитесь нахуй! Пошло добро. Пока пусть подрыгаются, а нам пора приоткрыть широкие врата Австралии. Господи, как же Россия всасывает в этом моде. А мне надо, чтобы поддержалось. Усиление Гермашки тоже особо нехорошая вещь. Был бы я прям уверен в Антанте, было бы все проще, но я не сильно уверен. Если с Австралией нормально помогут, это уже будет лучше, чем обычно. Тем более от нее еще хоть чуть-чуть надстерок придет с островов. Да чего вы все так маме Госгёрл сопротивляетесь-то? В чем причина? Сдавайтесь! Я вот уже сдался. Ладно, с другого варика зайдем, тоже рабочего. Ебать, они флотом насрали, откуда? Подождем, наверное, пока, и все-таки возьмем фокус на национализацию территорий, которых тут хоть и мало будет, но все-таки будет. О, хорошо. Порт сюда! Все-таки печально, что мне сама Австралия не национальна. Маори маме Госгёрл Нью Зиланд, пора отпи***ть маленьких сикастых австралийских аниме-девочек. Декоммунизация. Они убегают, им страшно. Я даже догадываюсь, почему. Ля, ну неужто, налетела говна. Может, они еще высадку догадаются сделать? Было бы совсем замечательно. Да тут, по-моему, вообще все прилетели. Ай, как позорно быстро. О, с Антантой мы у себя рядом тоже доминируем. Можно тогда, в принципе, не ждать, а самому вторую высадочку делать. О, господи, прости, господи. Я умные.
Вот за такую респектуху. Сейчас побыстрее дело пойдет, а то мы что-то застопорились. А, о, нам с барского плеча еще решение на мобилизацию навалили. По 5000. Может, даже текущие затраты компенсируют. Канадцы все свои высадки проебали, зато я ими воспользовался. Австралийцы, в принципе, уже плюс-минус сдулись. Только как раз-таки на побережье до сих пор дофига челиксов держат. Ну все, это габелла. Год йолский зажим новозеландскими яйцами. Ну и канадскими тоже. Без них бы меня, скорее всего, просто нахуй в море выкинули. Но спасибо, что навалили тут говна. Без вашего говна было бы гораздо сложнее. Ну и Австралия оказалась довольно чмошной, у них промышленность, но не сказать, чтобы прям сильно больше была, чем у нас. Что там у маори по фокусам? Да не так уж и много осталось сделать единого вождя. Год Герл, верховный главнокомандующий, и там по мелочи еще из бывших колонизаторов. Вместе с тем закреплять демократию, потому что, ну, тут типа конституционная монархия. Полностью из с**ов. И хороший вопрос, откуда тут вообще исламский полумесяц взялся? Те самые отнятые земли компенсируем, с которых все и началось. Ну и в конце я, в принципе, не выговорю, но бафы приятные. Сорян, тут особенно нету радикальной шизы, просто королевство маори. Ух ты, тесястым премьер-министром либеральным и уважением бывшим колонистам, даже особо без резни. Зато с год герл и доминацией, но не только доминацией, но еще и на Тихом океане доминацией. Ссылка. Пипец тебе, хлопчик австралийский, коммунистический. Ты отправляешься в бейсмент своей новой гоф-мами. А, на Австралии не нужна Австралия, чтобы держаться. Ну ничего, как раз таки вот эта вот зеленая соплюха, это и есть мои нас территории, быстренько возьмем. Вся эта дурость закончится и начнется другая дурость. Фу. Самое главное взять флот, на который мне не хватает. Да идите вы нахуй своими конференциями новыми. Слава богу, эта сосня, в принципе, кроме меня никому и не нужна, так что все сбираем. Теперь можно Индонезию, потому что она мне, походу, вся национальна. И при этом А довольно слабенькая, и Б, в принципе, бессоюзная, ну, кроме Голландии. Короче, это берем, это ебем. Поплыли еще раз. Ну, эти дурачки совсем ни о чем учные. Тут главная проблема, это снабжение в их ебах. Хотя тут все, в принципе, высадками можно сделать. Правда, теперь на миллион островов высаживаться. Но с тотальным превосходством на море это, в общем-то, небольшая проблема. Ууу, позорники. Брызь, блин. Играть за Новую Зеландию получается даже как-то слишком просто, на удивление. Оп, а вот и над стерки. Ау! Я буквально захватил пару островов, у меня уже Манпувера больше, чем все население Новой Зеландии. Это, конечно, не ебаться как круто, но немного обидно. Джакартовская резня. Погнали. Не пощадим никого за ебаную долбежку в Новой Гвинее. Простое это, в общем-то, закончилось, в отличие от Манпувера, который теперь, походу, никогда не закончится. Ух, ебать, блядь. Ух, ебать, блядь. Как там у Гермашки-Срашки дела? Ну, могло бы быть и похуже у социалистов. Ну, могло бы быть и похуже тоже. Ладно, не так уж и плохо. На Тихом океане у Дойчи все равно все в говне, поэтому будем пениться с япошкой. О, господи, Мексика через всю Америку пенсинг до Канады провела. А ведь Эдик сейчас меня должен будет от японского флота спасать. Не, конечно, понимаю, у вас тут возвращение на родные острова, Египет напрягает, но, ребят, не будьте пидрасами. Ах, здесь есть еще одна идея. И мне она нравится больше, а в японтаке первыми по калифорниякам. Мне это, в общем-то, повезло, что их как раз-таки Мексика от дальнейшего расширения здесь. И пока это не изменилось, надо их тоже минуснуть. И тихоокеанская доминация, и этих сволочей можно на флот гопнуть, а он у них большой. А, их расистики начали забирать, вовремя подоспел. Я бы хотел поныть про то, что мне только побережье забрать, но все, что тут есть, это и есть побережье. Да блин, мексиканцы, не могли что ли всю кишку в Америке забрать? А теперь фаста, 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 блин! Проебжимся или нас проебат? Они тут все время на маленьких территориях сидели, мало заводов, мало псратого ополчения, поэтому, по идее, проблема не как обычно большая. Что, Священный Союз? СС? Пиздец. Ладно, похуй, но пиздец. Finally, хотя бы для Маори Ghost Girl захват Калифорнии, в принципе, прост. Да сколько отсылок будет в этом прохождении? О, мне пришлось отключить все звуки в игре, чтобы не игрались эти сраные опенинги. Господи, как их вообще служить-то возможно? Короче, с трудом таки Калифорнию захватили. Не потому что сложно было воевать, а потому что шведы идут нахуй. Шведы идут нахуй. Pitbox Interactive, жопу себе засуньте эти новые мирные соглашения. Ты буквально нихуя не получаешь, если что-то быстро и без потерь захватил. Даже просто по очкам. Какой тупизм! Мне удалось взять побережье, но я нихуя не получил флота, ну практически нихуя. Всего у них кораблей было под 300, и большая часть из них теперь тупо ржавеет на дне морском. Ни одного авианосца, 47 зато подлодок, да 47 раз идите нахуй, конторы пи***боксов, пи***бокс интерактив. А лучшего не предвидится, поэтому вбей, гейда. Даже оружие с их складов не удалось захватить. Надеюсь, имеющихся посудин на хирохитушку хватит. Отчасти даже хорошо, что япошки так расширились, просто капну их, и по сути Тихий океан под моим контролем. Но просто тут только чиполяхов можно получить. Ну хоть и не японский, но китай-тайский флот мы в состоянии топить. Даже воды вокруг Филиппин контролируем. Туда нормально высадимся и считай япошку уже прям под боком. Карапузики про японские тут валятся быстро, это гуд. А лучше не тупить и даже не до конца захватывая Филиппины, жабкой прыгать на Тайвань.
Ебать, чтобы там вообще охуели. Хирохита тут, конечно, тоже мощный, но Госгёрл в любом случае на несколько порядков выше. Опа, их еще с Китая начали поджимать. И Дальний Восток. А если эта махина капнет, то будет уже плохо, потому что, блядь, это усилит Гермашку, она победит, и потом меня будет на Дальнем Востоке пиздить. Ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, теперь по поводу Гермашки можно не париться. Им пиздец. Теперь бы вообще самому бы успеть их азиатские владения забрать. Чехословакия — это не просто удар в псину на миллион солдат, но это еще и Румыния, а ладно, у которой нет ни хрена. Хотя погодите, если они быстро капнут, все на Дальнем Востоке заберет Япония, а потом я забираю Японию. Так это идеально. Все, раз сижу, кайфую. Тихоокеанская доминация Новой Зеландии буквально через пару месяцев. Еще их такой замечательный момент подловили, когда им сильно на Балканах не прет. Ё-моё, даже грустно за них. У них все, в принципе, получалось. Просто уничтожает. Просто его уничтожает. Мог бы, в общем-то, и на социков напасть, но не захотел. Ой, Румыния сейчас до Киева дойдет. Коммуняки сейчас бы тоже могли бы в атаку пойти, если бы не были дебилами. Но они дебилы. О, как. Вот это да. Морально устаревший с***ю Австралии флот пока лучше всех себя показывает. Б***ть. Б***ть. Ой-ой-ой. Ну это здоровье, удачи, но дело это, в общем, не мое. Мне только Калифорния и потенциально Мексика. На все остальное не претендую, вплоть до Канады. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, так их вообще вся Антанта кинула. Тогда все, в принципе, окей. Лишь бы они потом не пошли за Калифорнией. Пожалуйста, не надо. Ой-ой-ой, я не в ту тайваньскую дверь, походу, зашел. Твою вину понял, ребята, отступаем. Ребята, отступаем. Отступаем, долбанбы. Ле, уху, Киров репотинь. Все-таки мы где-то стыбзили 20 тяжелых дирижаблей, и они летят уничтожать Токио! Жалко, что не ядеркой. Ууу, дирижабли с атомной бомбой, это было бы прекрасно. Ты нахуя у меня острова забрал? План, я тебе не разрешал, опять это меня! Ладно, Германии тоже все равно пи***ик, можно им войну объявлять. Сука. Я им трогать тут ничего не разрешал! Ладно бы они еще просто так взяли, но мне это все национальное, скрипты говна! Да, про Тайвань забыл, ебать, соси. Это я ебан, тут не порт, а быстрее выбиваем их так. Ладно, все окей, че тут благо не 20 с хреном дивизий на охране порта стояли. Буквально один подскок остался. Плывите, плывите, пидасы, пидасы, плывите. Я 40 минут реального времени ждал, пока окошко по контролю моря появится. А, поплыли. Не знаю, что там колбасит японский флот. У меня то 45, то 46, то 49% доминации. Вот только сейчас 50 и то 0,8. Эсминцами пришлось резко начать срать. Насаки в Нагасаки, даже не прикрыли его. Это проект, бро. Это мощный проект. Неудивительно, что ящиков стало не хватать. Китай, Россия, и вот даже коммунистическая Индия до них донималась. Ну и прекрасно. Господи, как же они нежно играют. Чё до этого-то так сопротивлялись? Даже мне успели пару высадок сделать. Что и хорошо, пусть там теперь и сидят. Базог, базог, базог. Этому копченому и без ядерной бимбы пипец. О, так малышок вообще, считай, ничего на родных островах не имеет. Грустный кляун румына Хирохита. Кораблики свои нищие отправляет подохнуть, об мои еще более нищие. Ой, ладно, ладно, вот тут поверил, уже не нищие, хотя все равно поздно сосать, когда уже все отсосано. Воздухан вонючий, вот уж вовремя решил проснуться. Да, да, и не важно уже все это. Был флот и был, теперь нету, и че, он свою задачу выполнил. Нагоя! Нагойда! Смачненький прорыв, смачненький. Вот в Японию всегда надо только высадиться, а остальное дело техники. Doing some jokes on Tokyo Jokyo. Шутка ебаная. Чаплах! Главное теперь быстро до Хоккайдо дотопать, а то они там еще долго смогут просидеть. Но японцы приготовили достойный ответ на захват столицы и захватили все наши автомобильные компании. It's over для независимого новозеландского автомобилестроения. Ну как бы, а мы походу их. И не только автомобильные, и не только производство. Оп, ну все. Если я сейчас опять нихуя не получу очков победы, 700, да пошел ты, дубки, твой. Ладно, плюс-минус нормально вроде бы. Острова все забираем, слава богу. С этой уебанской механикой Гитлер бы не забрал Польшу, потому что у него просто набилось слишком мало победных очков, а США бы после Второй мировой в лучшем случае достались бы Шетландские острова, потому что Советский Союз надолбил себе гораздо больше. Мы даже Тихоокеанское побережье России и Кореи забираем. Только это проблема, потому что теперь меня там будут немцы шпрехать. Не, ну главное что? Главное, ну это... В принципе, мне только дрочили осталось взять, и это уже 100% пан-Тихоокеан
британское доминирование. Плотское тоже, потому что, ну, тут, в принципе, и других держав не особенно-то осталось. И я еще с япошки что-то забрал. Гермашка пошла в контратаку, убила Чехословакию, ну и, походу, всех тут убьет, а потом и меня. Сначала, правда, до Антанты доберется, которую я так охуенно подставил. Но когда еще будет это потом? А тихоокеанская доминация, вот она, все практически. Вот и последняя соплюха нарисовалась. Как же много я их сегодня по всему Тихому океану раскинул. Я устал от этой шизы. 79 кораблей, как вы не можете отчили захватить преимущество на воде? Ты что, блядь? Ты куда, блядь? Ты нахуй, блядь? Не бесите меня. Вильгельм III на пару с Павлом Скоропадским как нефиг делать всю Европу моментально разнес. Ну и удачи ему, я все, что мог, сделал. Вот как-то, собственно, так и получилось с Новой Зеландией. О, мы что-то до сих пор еще на материке держим. Мне кажется, тут тупо вся кайзеровская армия и союзников без снабжения и сдохнет, и мы, в принципе, могли бы пропушить до Москвы, но зачем? В Тихом океане ножки покупали, и хорошо. Все-таки не стоит забывать, что я Новая Зеландия, хоть и с гоф-мами. Уже прекрасные результаты, а ну а пока... Да еще Аляску взял. А кто мне фул найдет, награжу медалью. Я долго искал, не нашел.